Перезарядись. Бля, патронов да ебаные страсти, кстати, чуваки. Это все три политин выдумал. У него нет детей, блядь. Ньюфак. Ой, ньюфак. Ньюфажина. Именно в том-то дело, что в этой части, понимаешь, смотри, эта часть, она отличается от первой части, это разные люди. Надо ее убить. Разные люди. Один приехал за дочкой, да, второй приехал за женой. В третьей части там отдельная история. Вот, смотрите, все, заставка, сейчас поговорим. Мэри. Тихо. Джеймс. Прибавлю чуть-чуть. Смотрим. Forgive me. I told you that I wanted to die, James. I wanted the pain to end. That's why I did it, honey. I just couldn't watch you suffer. No. That's not the whole truth. You also said that you didn't want to die. The truth is, part of me hated you for taking away my life. You killed me. And you're suffering for it. It's enough, James. Она отдала мне письмо. Мэри? Джеймс! Ну вот это 100% его жена, понимаете, да, потому что у нее было кольцо на пальце. Собственно, тут нет сомнений, что это никакая не Мария, да. Хоть они и похожи. Вот он ее кладет себе, смотрите, да. На руки. И тащит. Куда ты ее тащишь, сынок? А везешь ее на прогулку? Ты что, везешь ее покататься? Теперь я понимаю истинную причину, почему я приехал в этот город. Вотер! Да, чуваки, мы добились этой концовки. Она, конечно, не совсем сложная, да? Но тем не менее, все нормально, чуваки. Теперь мы можем быть вместе. In my restless dreams. Silent Hill. You promised you'd take me there again someday. But you never did. Well. Нашем особом месте. Жду тебя. Просто бывали такие моменты, что когда я пытался получить... Опа, подписюн. Санчес Кокус, спасибо. Спасибо, Санчес Кокус. Спасибо большое. Ты как раз вовремя. Как раз приехал к концу второй части Тихого холма. Так вот. Собственно, в чем дело? Просто помню, как-то раз я вот когда пытался пройти на концовку Inwater, да?
Тут, короче, ну как раз как она болела очень сильно, да? Как Мария, как Мэри болела. Лежала в этой больнице, да, там помирала. Вот, пытался пройти тоже Инвотер, да, концовку, но, блядь, заканчивалось Лиф и все. Вот Лиф и все, значит, не так. Не так я усиленно подвергал урону Марию, да? А вот в этом прохождении я просто нахуярил с ружья, блядь. Нахуярил ей с ружья, и все, и теперь вот, видите, концовка Инвотер. Сегодня заходил доктор, сказал, что я смогу ненадолго отправиться домой. Это не значит, что мне стало лучше, просто это может быть моим последним шансом. Думаю, ты понимаешь, о чем я. Даже если так, я все равно рада побывать дома. Я ужасно скучаю по тебе. Но я боюсь, Джеймс. Боюсь, что на самом деле ты не хочешь видеть меня. Каждый раз, когда ты приходишь ко мне, я вижу, какой ценой тебе это дается. Не знаю, ненавидишь ли ты меня... Жалеешь. Или, может, я просто... Просто отвратительно тебе. Прости меня. Я, наверное, на самом деле должен был очень громко поставить, чтобы она говорила, а плакать начинает. Ван, я заткнусь нахуй. Как прибавить это? Это дело. Вот так вот. I was so angry all the time. And I struck out at everyone I loved most. Especially you, James. That's why I understand if you do hate me. But I want you to know this, James. I'll always love you. Even though our life together had to end like this, I still wouldn't trade it for the world. We had some wonderful years together. Well, this letter's gone on too long, so I'll say goodbye. I told the nurse to give this to you after I'm gone. That means that as you read this, I'm already dead. I can't tell you to remember me. But I can't bear for you to forget me. These last few years since I became ill, I am so sorry for what I did to you. To us. You've given me so much, and I haven't been able to return a single thing. That's why I want you to live for yourself now. Do what's best for you, James. Thank you.